здесь раньше дяди Петя жил. Сейчас пустота. Даже не представляю, как такая женщина может быть со мной. Вот я себе это в мыслях рисую и даже представить не могу. Толя, она обычный человек. Ты ведь не видел. Ты не знаешь, ну зачем ты так? Ну, ты мужчина, она женщина. Почему вы не можете быть друг с другом? Ну потому что я обычный человек, а она где? Красивая, умная, блин, образованная. Она такая классная. И вот что она со мной забыла, хрен его знает. Она читает Германа Гессе, Томаса Манне. Я даже знать не знаю, кто это такие. Что улыбаешься? Здравствуй, Толя. Я хочу рассказать тебе, я читаю Томаса Манна. Но она так не говорила. А как ты узнал-то это? Как узнал? Когда лампочку менял в подъезде, вспотел, вот она и пустила к себе умыться. И на раковине лежала книга Томаса Манна? Нет, не на раковине. Она мне предложила чай. Ну, я сижу на кухне, смотрю, лежит книга. Ну вот, как раз та самая. Томаса Манна. Да, все мы любим читать. Все? Да не все. У меня на работе вообще никто не читает. Потому что ты работаешь где? Да, неважно. Важно где. Рабочий класс, к сожалению, не страдает любовью к чтению. Ой, ладно. Интеллигент. Так было и будет и есть. А ты спросил, кто она по образованию вообще? Мне это не важно. Я не ты. Я не такой сноб. Потому что надо было идти учиться в институт, не болтаться с кем попало. В твоем круге служивцах. Тима, прекрати. Я не разделяю эти твои все разделения людей на классы. Мы вообще не об этом говорили. Ладно, хорошо, разговор не об этом будет. Давай о ней поговорим. Уже не хочу. С тобой не хочу, реально. Вот вечно ты все портишь. А, я вижу, ты влюбился в эту благодетельную даму. А возможно, даже не просто влюбился. Я вспомнил, как персонаж одной книги, не помню, как называется, Джек Лондон. Он ради своей любимой готов был жизнь отдать. Вот это вот любовь. Сердца трех, я полагаю. Да, в каждой книге есть что-то про любовь, и не только у Лондона. Да ладно, все, проехали. Зря только я тебя позвал. Ты со своим лирическим настроением поаккуратнее. Я не говорю, что она плохая, просто вторая девушка, потому что с первой так вышло. Я стал старше. Это мы узнаем спустя какое-то время. Ты думаешь, что у меня нет шанса с ней? Ты сам говорил, что она уникальна. Да. Все, Толь, давай с этим закончим, все будет хорошо. Просто ты знаешь, я иногда волнуюсь за тебя. Честно, даже мать заметила мое плохое настроение. Она мне вчера сказала, говорит, что-то с тобой не то. Надо Тимохе, что ли, позвонить, узнать, в чем дело. Прикинь. Она и позвонила в тот день. Да это, я что-то лишканул. Винца выпил, в грусть ударило. Ну и понеслось, юность вспомнил. Понаговорил херни всякой.
Какая юность? А всего по 25. Ну, 25, не 15. Вдруг за 10 лет ничего не изменится. Если стараться, то и изменится. Короче, нужно идти в институт. В институт. Да какой институт? А такой. Мне матери надо ремонт в комнате делать. А кормить меня кто будет? Институт будет, если ты его закончишь. По-моему, институт это не гарантия того, что все будет хорошо. Да, баба, которая лепит чебуреки, это гарантия. Это бизнес. Это лучшее, что может быть. Слепила, продала, книгу прочитала, потом зашел хлопец и оседлал. Все, перестань. Я теперь точно считаю, что ты умный в своих знаниях, но ни хрена не умный. Вот честно. Я могу спросить у тебя про Толю? Можешь. Он правда такой? Какой? Ну, такой простой, бесхитростный. Да, он очень добрый. Считает, что ты тоже. Я? Он считает тебя особенной. Всю неделю про тебя только и говорит. Да, про прошлое он так не вспоминает уже. Ты его пленила. Но мы же с ним не пара. Ну... Зачем пришла тогда? Ну, он меня попросил. Ну, ты же не дура, понимаешь ведь, зачем мужчина просит? Но я верю в дружбу. Да, но он влюблен, выпил вина сегодня, хотя и не пьет. Пить вообще нельзя никому. Ты ничего не испытываешь к нему? Ну, симпатию пока только. Да, он хочет к тебе после нашей встречи. Он тебе сказал прямо так? Не, он не говорил. Просто я его хорошо знаю. А. Сам пусть скажет мне. Сам он не скажет. Если он не увидит любви в твоих глазах, он просто нажрется еще раз. Тимофей, я так не могу. Все-таки уходишь? Ну да. Ну, он мне нравится. Но я не готова его сразу пригласить к себе в гости. Ну, как бы я не так воспитана. Ну, хорошо. А когда мы попробуем твои чебуреки? Он и про это тебе рассказал? Да, он говорил, что у тебя свой бизнес. Ну, это не бизнес. Я просто очень вкусно готовлю чебуреки и... Нашел одному человеку в офис.
Это же прекрасно. Да. Именно это помогло мне сейчас финансово. Когда рушится все вокруг, повар будет на коне. Я позвоню тебе. Я буду ждать. Алло? Ты, наверное, не хочешь слушать ругательства? Ты почему трубку не брала? Я тебе расскажу кое-что. Если ты мне не будешь отвечать, я тебя просто уничтожу. Хороший мой. Как мне тебя называть? Вчера вечером свет не горел. Ты думаешь, я не знаю? Я была дома. Не надо рассказывать мне чушь. Если я узнаю про мужиков, хоть про кого-то, ты забудешь о моем хорошем к тебе отношении. То, что сейчас, тебе сказкой покажется. Я хочу, чтобы ты спела. Ох, девичья воля, ох, золотая, ой, да она скоро, ох, пролетая, ох, да она скоро, ох, пролетая, ох, пролетела девичья воля, ох, да как голубка, ох, через поле, ох, да как голубка, ох, через поле. Ты сегодня спать не будешь, будешь меня слушать, а завтра я приеду. И мне все равно, что ты спишь или не спишь. Мы будем разговаривать. Поняла? Thank you.
вам чебуреки принесла. Они вкусные. Они особенные сегодня. Это мы сейчас и узнаем. А можно я первый? Да, конечно, Толя, можно. Если вам нравится, то мне очень даже приятно. Ты самая лучшая в мире женщина. Какой же кайф! Самая лучшая в мире женщина! Моя женщина! Сегодня он пойдет к тебе? Не знаю, Тимош. Не знаю. Он хороший. Да. С детства за ним присматриваю. Классно, что вы такие друзья. Да, мы разные с ним, но... Но ты все-таки его любишь? Слушай, ну, я хотел бы тебе предложить работу. Более интересную. Она интересная... Я тебе сейчас все расскажу. Ты будешь... Будешь следить за моей подругой. Подругой? Это... Та баба, что ли, что вам чебуреки носит? Да, это... Да, моя подруга. Она совсем что-то стала отстранённая. А вы не думали, может, у неё появился кто? А если честно, мне все равно. Просто я не хочу, чтобы она в этом... в всеми забытом месте спуталась с пролетарским отродьем. Ну, я понимаю. Ну, и если она была бы актрисой или певицей, и как моя прошлая любовница, я бы вообще не переживал. Она умная, да, нечего сказать, но она не актриса. И не певица, как я же сказал. У нее нет нормального выхода в нормальное общество.
Поэтому это, Матвей, путь в никуда. Знаешь, почему я не люблю рабочий класс? Потому что не знаешь, что от них ожидать. А интеллигентного человека не стоит опасаться. Вообще, вы раньше не спрашивали, конечно, но у меня отец как герой на мине подорвался, а мать вообще все это время контролерша работала. Потом начала очень сильно пить и на фоне горя сдала меня цыганам за ящик водки. И старший из них вообще на заводе работал, пластик лепил. Поэтому я сам из не очень богатой семьи. Наверное, тоже пролетариат. Понятно. Слушай, ну... Ты ж со мной. Меня держись. Спасибо вам. Короче. Она живет в таком месте, где, как сказать, ну, живут эти рабочие с фабрики, понимаешь? Ну, мало ли зацепится за кого-то из них. Ну, потому что это все неприятно, короче. Не, ну, если она не совсем дура, то не зацепится ни за кого. Да, она умная, конечно. Ну, она знает, понимаешь, что я не уйду от жены все равно. Вот, и... Что я люблю свою жену. Ну, а зачем она-то нужна вообще? Ну, и понимаешь, с женой не всегда интересно, а... Тут он с этой... Прикольчики бывают свои. Ну, тогда, получается, следить за ней буду. Ну, получается, что будешь. Евгения! Прекратите преследовать меня! Что вам нужно? Так это моя работа. Плохая это у вас работа. Что это за работа? Женщину преследовать. А вы не должны давать поводы, чтобы за вами следили. Кто вы? Вы же охранником работаете. Кто вы? Да, я работаю охранником. Ну, вот и охраняйте. Я охраняю вас по просьбе Ивана. От кого? От кого вы меня охраняете? От ваших желаний. Прекратите, уважаемый. Я свободна. И свободна в своих желаниях. А Иван, он не может контролировать мои желания.
не стоит недооценивать его. Что ему не нравится? Я же с ним. А еще я видел мужчин. Сперва одного, потом двоих. Да, это мои друзья. Я что, не могу гулять с друзьями? Нет. Иван этого не хочет. Я так больше не могу. Мне ему так и передать? Нет. Нет. Ничего не говорите. Если я еще раз увижу вас с этим мужчиной, вы о нем точно больше не услышите. Вы знаете, он не отступит. Он не испугается. Есть такие, которые не боятся ничего. А я не буду его пугать. Значит, вы хотите, чтобы я никогда с ним не встречалась? Да. Он не отступит. Он слишком... слишком беспечный. Я передам его. А вашим дружком... Я займусь. Стойте! Что? Я хочу прогуляться с вами. Ну, я хочу рассказать вам о себе. Ну, чтобы вы поняли, кто я. Я не могу с вами гулять. Из-за Ивана? Конечно, из-за Ивана. Это же абсурд. А как он об этом узнает? Там стоит машина. И в ней меня ждет водитель. Тоже наш человек. Если что. Ну так вам бы все-таки хотелось. Вы просто боитесь, да? Разница между нами в том, что то, что я умею и хочу, я умею контролировать. Спорим, что нет. В каком смысле? Вы работаете на влиятельного человека. На человека с деньгами. Вы его охранник. Он много чего добился. Да. И вы тоже это знаете. Так почему же он не может контролировать себя? Он бесится, зная, что я с кем-то. Приходи завтра сюда. Ты же пробовал мои чебуреки? Они тебе понравятся. И я тебе нравлюсь. Чебуреки вкусные. Я приготовлю много чебуреков. Потом Ивану отвезешь. А потом можем вместе побыть. У меня есть свободное время. Я буду ждать в 8.
Евгения. Анатолий, я должна тебе сказать кое-что. Что ты меня любишь? А, ну, и да, и нет. Это как? Это вот так. Я люблю. Наверное. Не знаю. Да, я поцелую тебя. Нет, нет, не здесь, не надо быть. А где? Я хочу, чтобы все видели. Ты видишь, здесь никого нет. Только ты и я. Ты понимаешь? Это сложно очень. Толь, милый. Женечка, говори. В общем, меня один человек очень желает и привязан ко мне. И что? Ну и пошли его куда подальше. Я не могу. Он не отпускает. А давай я его встречу. Нет, Толя, не надо. Он опасный. Он с деньгами. Ну давай в полицию пойдем, как вариант. Ты пойми, я не могу. У него есть моя расписка. Он в суд пойдет. А точнее, он ему не нужен. Ну какая еще расписка? Я открыла кафе. Готовила там чебуреки. Но дело прогорело. Ну а при чем здесь это? Мы пошли в клуб с подругой, а там он. Он такой красивый, мы познакомились и провели ночь вместе. А дальше? А дальше? Дальше он предложил дать денег, чтобы вернуть бизнес. И ты взяла? Я не хотела. Но он сказал, что это только все формальности, и... но бизнес и тогда не пошел. А я уже все подписала. Меня обокрали. Его сотрудники. Он их туда поставил. И что он требует? Денег? Нет. Он сказал, что я могу жить спокойно. Потому что ему нравятся мои чебуреки. И еще кое-что. И? И я иногда... Ну, он не разрешает мне ни с кем встречаться. Блядь!
Что, чебуреки уже не такие вкусные? Не нужно, Тимур. Не нужно. Да, я знал, что это женщины такие. Поэтому я лучше буду один. Да она не специально. Да он опасный человек. Он ее шантажирует, понимаешь? Не хочу тревожить. Ну, а если он о тебе узнает? А он узнает. Я обещаю. Обещаю. Он меня узнает. Он нас узнает. Если ты матери обещал, ничего, не страшно. Не из-за матери, а из-за тебя. Сука. Значит, ты хотел поиметь меня. Чего? Ты знаешь, я пришла не одна. И ты угодила мышеловку. Ты сегодня же один. И никто не знает, где ты. Убивать будете? Не справитесь. Это моя женщина. Вот когда узнает Иван? Я расскажу, что ты домогался меня. Зачем этот цирк устроили? Вы не оставили мне выбора. Thank you.
Мы это сделали, ребят. Ну как мы? Вы это сделали. Угу. Это просто нужно принять. Мне не нравится его алкоголь. Со мной он не будет пить. Я никого вытаскивать не буду. Но я знаю, что в жизни очень много зависит от женщины. Он в восторге от тебя. Да, да. Я знаю. Боготворит. Тогда это последний день с алкоголем. Никакого алкоголя со мной. Алло, Тимох, ты извини, что поздно, я в ночную сегодня. Я на объекте. Тимох, у меня тут 15 минут есть, ты можешь подойти, поговорить надо. Мне просто больше некому высказать. Хорошо. Хорошо, жду. Что случилось? Что теперь-то? Да я не знаю. Не знаю я. Все сложно. Сложно. Очень-очень сложно. Что-то с Евгенией? У вас что-то с ней не так? Да нет. Наоборот. Она меня и покормила, и дала. И что же тогда? Да я все думаю о ее покровителе. Думаешь, он не оставит ее в покое? Да нет же, я все думаю о том, что вдруг это не она с ним, а понимаешь, ну он с ней, он с ней. Ты узнал, кто он? Да нет. Не узнал. Она не говорит. Но она сказала, что без охранника он не явится. Ну и что тогда? Ты должен радоваться, жить и радоваться, наслаждаться. Она рядом с тобой. Да я-то наслаждаюсь. Я-то радуюсь. А вот мать не рада. А что ты маме рассказал? Не все, не волнуйся. Я рассказал про Евгению, про то, что люблю ее. Да мать не хочет, чтобы я уходил. Говорит, не сейчас.
А когда? Да, ну, ты мать не знаешь, что ли? Ты совсем, что ли? Вы уже такое сделали! Ты совсем отбился, блядь! Я люблю ее, понимаешь? Я ее люблю. Ну как с матерью-то мне быть? Ладно, я с ней поговорю тогда. Ты знаешь, я обещал Жене не пить, но вы же все равно не поймете. Ночная смена, ну, я там один, это вы ночью спите в своих кроватях, а я там, блядь, один сижу. Ну и что мне делать-то? Свихнуться можно. Я же тебе говорил, поэтому надо было учиться. Да я знаю. Знаю. Но, понимаешь, холодно. Я здесь один. И я все думаю о том, как ее мягкое тело соприкасается с телом этого бандита. Ты ей не веришь, Евгений? Да я хочу. Я хочу верить, но отец, мать обманывали. Люди разные бывают. Ты ей веришь? Я хочу верить, Тимофей. Хочу. Но вдруг он принудит ее угрозами. Алло, Евгений, я звоню по важному вопросу. Да. Хочу найти этого человека. Да, мне нужно с ним поговорить. Когда я была маленькой, у меня мама работала в ресторане. Она брала меня с собой к себе на работу. И я видела, как она пирожки стряпает. У нее такие нежные руки. Она мне тоже давала тесто, и я пирожки делала вместе. А потом я увидела всех этих людей. Они такие грубые. Пролетария. Я потом спросила у мамы, а она мне ответила, что это просто люди, а место это не ресторан. Это обычная столовая. Пролетарская. Мне мама потом предлагала еще пойти с ней на работу. Но я оставалась дома и читала. Много-много читала. Я так не хотела видеть этих людей из столовой. Пролетариев. Наверное, да.
Ты холодная стала. А чебурек? Горячий, вкусный. У тебя кто-то есть? Нет. Матвею не могу дозвониться. Ты же помнишь моего охранника? Матвея. Да нет, не помню. Ладно, поехали, отвезу тебя домой. Да нет, Иван, я, наверное, пройдусь, прогуляюсь. Ну ладно, иди. Здравствуйте. Чё надо? Я знаю, что вы очень серьезный человек. Ты кто вообще такой-то? Я хотел бы поделиться информацией. Это насчет Евгении. Так-так. Ну, говори. В общем, вы же знаете, что она изменяет и изменяет с моим другом. Ну а ты-то зачем рассказываешь? Зачем тебе это нужно? Он меня бесит. Но он не жилец уже. Я поэтому и пришел. И насчет вашего охранника. Сволочи. Садись. Ну и чё? Это здесь произошло? Да. Ну и чё, ты хочешь денег за эту информацию? Нет. Да, погодка-то хорошая.
Тимофей. Здорово. Ты можешь спокойно спать теперь. Ты о чем? Я о тебе и Евгении. Уже все сделал. Не понимаю, Тимош. Не понимаю. Я нашел его. Его больше нет. Не так уж и круто. Ты про... Да мать, она не захочет отпускать. Какая мать, идиот? Ты хоть знаешь, что я ради тебя сделал? Да я знаю. Ты любишь ее? Я люблю ее, люблю. Ты не будешь работать в этом гадюшнике. Будешь работать со своей женщиной. Ну не торопи ты это все. Ну не сразу, ну не так быстро. Когда, блядь? А, позвони, пусть хоть чебуреки сделают. Да не могу. Она обижена. Ты что, дурак совсем? Да не могу, Тимоша. Ну дай еще немножко времени-то. Тимофей, здравствуй. Здравствуй, Евгения. Я очень беспокоюсь за Толю. Он страдает. Я тоже переживаю. Я вчера набирала ему. Но он не берет трубку. Я очень переживаю, я ничего не могу с этим сделать. Ему нужно время. Он славный малый. Я знаю. Ты ведь смогла его полюбить? Да, он очень отличается от тех, кто, ну, других. Имеешь в виду без образования? Да, я его всю жизнь тяну за собой. Мы вместе выбираем одежду, я ему запрещаю сидеть с ними, ну, в общем, после работы. Значит, ему просто нужно время. О, что за книга у тебя? Это же очень хорошая книга. Интересная. Смотри. Никогда еще я не начинал писать роман с таким чувством неуверенности. Да и романом я называю эту книгу только потому, что не знаю, как иначе ее назвать. Сюжет ее беден, и она не кончается ни смертью, ни свадьбой. Смертью кончается все. Так что она, естественно, завершение любого сюжета, но и брак, неплохая развязка, и напрасно умудренные скептики издеваются над так называемым счастливым концом. Ты знаешь,
Мне очень грустно. Грустно. Но есть такие люди, как ты. А в детстве я думала, что нет. В детстве мне пришлось прятаться. Но грубость — это не страшно. Страшно другое. Низость и... Хочешь подняться ко мне? У меня есть хороший ужин. Я верю, что он позвонит мне. Я жду этого. Я тоже верю. Мы ведь многое сделали вместе для него. Я боюсь, что ему это все не нужно. Оставьте меня в покое. Я просто хочу работать. Я хочу маме помогать. Не нужны мне ваши книги. Ничего мне не нужно. Ничего. Господи, всемилостливый, прости меня, пусть все как раньше будет. Зачем все это мне? Зачем? Дайте мне на работу пойти. Дайте мне работать, сука. Я честно, я хочу, чтобы все было так. Я хочу, чтобы все было как раньше. Дедушка на заводе работал. Работал и выпивал, как все нормальные люди. Ешьте свои чебуреки, блядь. Сами жрите. Интеллигенция. Эх, сука.
Давитесь ими! Ешьте! Толя, уже изможден. Слушай, ты все довел, да? Хватит бухать. Все будет хорошо, Тимур. Все будет хорошо. Дружище. Алло, Жень, привет. Да, я пропал. Я действительно пропал надолго. Извини меня, конечно. Ты же знаешь, как в жизни бывает. Она не черная и не белая. Она разная, Жень. Ну вот если бы
Если бы мне прямо сейчас сказали, что этот день будет последний в моей жизни, знаешь, как бы я провел бы его? Я бы хотел бы увидеть тебя, хотел бы, чтобы ты приготовила самые лучшие в мире чебуреки, чтобы мы позвали Тимофея, посидели втроем и отведали всю эту красоту. Жень, ты знаешь, вот честно, если бы все было именно так, то я бы сказал бы себе, да, все, что было, это было сделано не зря. Я люблю тебя. Люблю и целую. Просто знай это. Браво! А теперь позвони по-настоящему. Тим, а ты думаешь, она простит? Вот и узнаем.